На радость всем жителям и гостям Тирасполя в столичном парке Победа каждые выходные будут проходить различные мероприятия и флешмобы. Уже в это воскресенье, 2 июля, состоится вечеринка в стиле зумба, подробнее о которой расскажет наша гостья, инструктор программы Zumba Fitness Светлана Солоденко. Доброе утро! Рада вас приветствовать в нашей студии. И расскажите, что ждет нас? Может быть, мы придем 2 июля. Для начала я расскажу, что такое зумба. Это танцевальный фитнес, танцевальная программа, которая основана на мировых и латиноамериканских ритмах. Это просто, оно доступно каждому, не нужна никакая подготовка. Но довольно интенсивная такая вещь. Интенсивная, но это кардиотренировка, она тренирует сердце. Угу. Поэтому она интенсивная. Где-то местами интервальная. Ну, допустим, зумба, она предназначена прежде всего для чего? Потому что многие девушки идут туда похудеть, грубо говоря. Зумба, в принципе, она меняет и формы тела, но она в первую очередь меняет эмоциональное состояние внутри человека. У людей начинают гореть глаза с первых ритмов, с первых аккордов. Это просто нужно попробовать. Поэтому мы хотим пригласить всех 2 числа в парк, чтобы посмотреть, что это за программа, попробовать. Всех желающих. Нужна только удобная одежда, обувь и вода. Больше ничего не требуется. Хорошее настроение мы вам сами гарантируем. Ну, какая будет программа и на какое время она рассчитана? Программа рассчитана приблизительно на 2 часа времени. Это будет на открытой площадке в парке Победа. Это где сцена? Это где сцена. Люди будут на площадке, инструкторы будут находиться на сцене. Сколько инструкторов будет? Будет 2 инструктора. Будет 2 инструктора, мы будем сменять друг друга. А 2 часа непрерывных танцев? Да, 2 часа танцев. Ну, кто устал, может отойти в сторонку, попить водички. Просто это будет, в принципе, всегда зумба. Это же фитнес-вечеринка. Это драйв, это энергия. И там невозможно остановиться. Буквально останавливаешься на пару секунд и возвращаешься обратно. А возрастные ограничения какие-то есть? В принципе, нет. Если нет серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, то ограничений нет. Ну, то есть, наверное, могут дети прийти. Это вообще очень прекрасная альтернатива для тех, кто очень любит танцевать, но по каким-то причинам либо стесняется, либо неудобно. Не надо стесняться. Да, в принципе, эта программа идет на раскрепощение. Она вытаскивает, зажигает. Это здорово. Ну, и надо, наверное, кепочки с собой прихватить, потому что возможно, погода потому что у нас будет... сейчас устанавливается довольно жаркая. Это будет в 5 часов вечера начало, до 7 вечера. Ну, время еще такое уже, щадящее. Да, более щадящее. Проводили ли вы уже такого рода мероприятия ранее, и есть ли какие-то планы на будущее? Мы проводили мероприятия подобного плана. У нас периодически проходят в разных студиях тоже мастер-классы. И мы планируем, естественно, в дальнейшем тоже давать мастер-классы, такие массовые. В этом году, кстати, будет 5 лет программы «Зумба» в Приднестровье. Татьяна Витика привезла, познакомила с этой программой всех. Большое спасибо за это. То есть будет грандиозный праздник? Пока не знаю. Пока ничего не могу сказать. А вот скажите, зумба, в принципе, популярна у нас в Приднестровье? И вот если так сравнить, вот 5 лет назад, сколько занималось человек, да, и сейчас, спустя 5 лет, наверное, какое-то массовое такое движение, уже все знают зумба, и все ходят на эти вечеринки, занимаются. Да, много людей сейчас слышали об этой программе, многие знают. Естественно, изначально, когда... Татьяна привезла программу сюда, о ней никто не слышал, не знал, и очень сложно было в наш регион внедрить эту программу. Но постепенно, со временем, люди начали узнавать, все-таки сейчас интернет у нас есть, кто-то увидел, услышал, и пришли, попробовали. Программа рассчитана вообще на общую массовую аудиторию, и женщины, и мужчины. Но поэтому мы, женщины, да, понимаете. У нас больше женщины, но мы как бы рады видеть всех, мужчин тоже. Причем очень многие мужчины ведут эту программу намного лучше женщин. Ух ты, почему? Они двигаются более пластично, намного лучше. Вот. Может, придешь 2 июля? Если ты меня затащишь, то да. Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Мы желаем, чтобы было у вас просто очень много людей в парке, и со временем и мужчины появились наконец-то в Приднестровье в программе Zumba Fitness. И пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Я хочу пожелать всем оставаться спортивными, здоровыми, любить себя в первую очередь. Занимайтесь спортом, это наша жизнь.
Мы тоже желаем вам отличного дня, хорошего настроения, дарим подарок от нас и от наших партнеров компании Тиандэ. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Спасибо большое.